Для компаний, занимающихся кикшерингом в Ростове-на-Дону, будет создана единая платформа. Это позволит упорядочить работу фирм-владельцев электросамокатов, а главное, поможет обеспечить безопасность на улицах города. Такую информацию озвучил в Инстаграм глава администрации Донской столицы Алексей Логвиненко. До 12 июля будут определены зоны запрета парковки электросамокатов и их движения, а также участки, где ограничат скорость двухколесных машин. Сейчас администрации районов создают базу данных с наиболее привлекательными местами для парковки электросамокатов. А те, в свою очередь, будут запрограммированы так, что в других точках станут просто выключаться.